Добрый вечер, уважаемые пассажиры, говорит командир корабля. Меня зовут Анатолий Балибеков. Сегодня мне помогает пилот-инструктор Игорь Трегубов. От имени авиакомпании Smart Avia и всего экипажа мы рады приветствовать вас на борту самолета Boeing 737, выполняющего рейс по маршруту Архангельск-Москва, аэропорт Домодедово. Сегодня наш полет будет проходить на высоте 11 тысяч метров, это в пути составит 1 час 40 минут. А сейчас вынужденная просьба занять свои места и пристегнуть привязные ремни. Желаем вам приятного полета. Благодарю за внимание.
Расчетное время прибытия в аэропорт Домодедово города Москвы 18:30 московского времени. Сейчас в Москве погода хорошая, температура воздуха плюс 9 градусов по Цельсию. Условия полета благоприятные. Желаю вам приятного полета. Пожаловать в город-герой Москва. Наш самолет совершил посадку в международном аэропорту Домодедово имени ученого Михаила Ломоносова. Мы рады сообщить вам, что наш рейс прибыл на 30 минут раньше расписания. С авиакомпанией Smart Avia легко планировать и все успевать. Более 99% рейсов авиакомпании прибывают точно по расписанию. Температура воздуха плюс 8 градусов. Просим вас оставаться на своих местах с застегнутыми ремнями безопасности до выключения светового табло. Не забывайте, пожалуйста, ваши вещи и ручную кладь. Будьте осторожны, открывая багажную полку.
От имени всего экипажа благодарим за выбор авиакомпании Smart Avia. Мы будем рады новой встрече с вами. До свидания.